прошлом году я снимал видео по поводу выращивания белых грибов. Много было скептических замечаний по поводу того, что все это не очень правда и так далее. Вот сегодня 26 июля 2018 года. Я немножко упустил их. Как видите, их уже успели немножко погрызть слизни. Но это тоже место. И вот сейчас я прям специально покажу, что это именно оно. Вот видите, вот я его вытащил. Он, конечно, червивый. Вот, но это маленький совсем. И вот еще один стоит. Вот, а этот вот чистенький. Так что всем скептикам моя метода работает. Все то же самое место.